Она моя Мадонна. Я в нее влюбленный, будто дурак. Я знаю, что надолго. Я знаю, что мы вместе навсегда. Всем привет, дорогие друзья! Вот и настало время разобрать песню «Рамиль Мадонна» на гитаре. Кто не знает, кто я такой, меня зовут Вова, это мой канал. Если ты еще не здесь, обязательно подписывайся и оставайся с нами. А теперь поехали. Итак, всю песню я играл с каподастером на втором ладу. Буду показывать без него, может, у кого-то его нет. Значит, песня играется на трех или четырех аккордах. Это в зависимости от того, как вы хотите играть. Значит, первый аккорд я играл. Это был ЕМ. Дальше аккорд Д. Потом аккорд С. И на этом все. Ну, так сайт пишет, да, с аккордами. Но я еще добавлял после этого АМ. Ну, мне так захотелось, я так играл. В принципе, это кавер. Ну, это значит можно. Вот. Она моя Мадонна. Да? Три. Четыре. Я вот так играл. Если играть в оригинале, то там будут такие аккорды. Вот. H, M. Потом А и G. Ну, на сайте так писала, короче, на MyChords. Ну, на самом деле, я не знаю. Но, в принципе, тональность это правильная. Вот. Вот с этой тональности начинается в оригинале. Вот. Будем учить, вот, не по оригиналу, конечно, чтобы было проще играть и проще петь. Так что будут вот эти аккорды. Поехали дальше. Что касается правой руки, то здесь я просто играл вот так пальчиком вниз сначала. Вот, на каждый аккорд по разочку. Потом я использовал вот такой бой. Она моя Мадонна, я в нее влюбленный, будто дурак. И я знаю, что надолго. Значит, как я играл? Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Типа того, да, там, если там какой-то раз вниз или вверх не так немножко, это вообще не страшно. Она моя Мадонна, я в нее влюбленный, будто дурак. Да, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Так, теперь покажу две руки вместе. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. То есть понятно, на первый аккорд мы играем вниз, вниз, на второй аккорд мы играем вверх, вверх, вниз, 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 вверх. На третий аккорд мы играем вниз, вниз, на четвертый аккорд мы играем вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Вот так. И все. Дальше я играл бочку. Значит, я играл вот так. Она моя Мадонна, я в нее влюбленный, будто дурак. И я знаю, что надолго. Да? Вот, то есть удар, приглушка, вниз, вверх, а потом удар с приглушкой, ну, вот, вот это по струнам, да, вот так. Вот так. Там-пам, только двойная бочка. Там-там-там-тарам. Вот как-то так. Еще раз. Как-то так. Давайте еще разочек. Ну, как-то так. Давайте две руки вместе сейчас покажу. Две руки вместе. Переключаем аккорды вот точно так же, значит. То есть, понятно, да? Мы тут играем вот так, значит, вниз с приглушечкой, с ударом по струнам, да? Бам, приглушили, вниз, вверх, потом бам, бам, да? Вот, вот удар идет первый по струнам и с бочкой, а потом бочка одна, да? Вот так, значит, еще раз. Если вы точно так же попробуете сыграть, у вас обязательно должно получиться, в принципе. Вот, а дальше в куплете я точно так же играл вот эту бочку, да?
Она не просит доставать из звезды. Она так мило заплетает свои косы. Короче, точно тот же бой. Вот. Вниз. Лягушка. Вот так. Ну, я надеюсь, понятно объяснил. Если что-то не так, ну, там, спрашивайте в комментариях, вот, буду показывать еще. Вот, собственно, весь разбор, надеюсь, тебе все понятно и доступно объяснил. Если это так, жми пальчик вверх, пиши комментарии, на которые обязательно отвечу, и хорошего тебе обучения. Всем удачи, всем пока. Подпишись на канал и поставь мне лайк. С уважением, Вова.